Привет, зритель! Что сегодня нам сулят звезды? Ставим лайк и поехали! Овен, сегодня замечательный день для выводов. Сделайте выводы относительно своих поступков, а также поведения. Время для принятия судьбоносных решений, которые повлияют на ваше будущее. Поддержка близких поможет справиться с сомнениями. Телец, вам нужно сосредоточиться на окружающих. Спросите своих близких, как они себя чувствуют, чем им можно помочь. И тогда найдется тот, кто поможет вам. Если у вас что-то не получается, не опускайте руки. Близнецы, посидите дома, этот день уделите знаниям. Весь изученный материал будет усвоен на ура. Сегодня вы не должны стараться сохранять спокойствие, а наоборот, быстро принимать решения. Хорошей работы вам! Рак. Наведите порядок в вашей личной жизни. Этот день будет способствовать выяснениям отношений. Не бойтесь высказывать то, что вас не устраивает. Вы сможете найти ответы на все вопросы. Лев. Этот день будет благоприятным на перемены. Если давно планировали изменить что-то в вашем образе, вперед! Должно получиться замечательно. Новые изменения пойдут вам на лучшее. Новый образ принесет вам много счастья. Дева. Поделитесь чувствами доброты и ласки со своими близкими. Уделите внимание друзьям, им нужна ваша поддержка. Окружите себя любимыми и проведите время вместе. Вы почувствуете себя живее. Весы. Везение будет на вашей стороне. Люди сами потянутся к вам. Не отталкивайте людей, которые будут проявлять к вам внимание. Выйдите из зоны комфорта и идите на контакт с людьми. Скорпион. Не спорьте со своими друзьями. Дружба может пойти под откос, если будете яро отстаивать свое мнение. Точку зрения можно доказать и в хорошем настроении, и добрыми словами. Стрелец. Уделите время творчеству. Душа поет. Делайте то, что вам нравится. Сегодня у вас будет получаться все, как запланируете. У вас появится желание создать что-то новое. Козерог. Трудитесь, и ваша работа будет заметна. Почувствуйте себя на вершине карьеры. Хорошее настроение поможет вам в этом. Сотрудники будут гордиться вами. Водолей. Прислушайтесь к совету, который вы сегодня услышите. Мудрая мысль перевернет ваше сознание и поможет в дальнейшем. Главное – не пропустить его. Рыбы. Порадуйтесь за ваших близких. В этот день они хотят искренней похвалы. Обратите внимание на детали. Они подскажут вам, как действовать. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.